Последний звонок прозвучал для 33 выпускников казачьей школы. Учителя пожелали своим вчерашним ученикам успехов, кадеты, в свою очередь, поблагодарили наставников за терпение и полученные знания. Эта школа первая и пока единственная в муниципалитете казачьей направленности. Здесь углубленно изучают историю родного края и казачьих традиций. Мы видим особое отношение ребят в этом коллективе. Казачьи классы начинают выпускаться. Это, конечно, отдельная культура. Мы понимаем, что это перспективное направление именно на территории нашего муниципального образования, потому что казачьи традиции у нас очень сильны. И мы видим уже результаты, начиная буквально вот с этого года. Получив долгожданные аттестаты, выпускники по школьной традиции вручили переходящий кубок кадетам 10 класса, чтобы те успешно закончили последний учебный год. Для многих расставание со школьной скамьей – одновременно радостный и волнительный момент. Ребята не скрывают эмоций. Ощущение радости какого-то, я не знаю. Но грусть тоже присутствует. В принципе, учился 11 лет в школе, а тут раз – и все, конец. Новая жизнь. Новые проблемы, новые какие-то радости. Я очень волновалась, это очень ответственный был день, и мы к этому шли долго. Ну, не хочется расставаться со школой, с друзьями, с одноклассниками. Поздравить анапских кадетов прибыл заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Горкуша. Он напутствовал ребят и пожелал всем сделать правильный выбор. Это волнительный момент в жизни каждого человека, в жизни каждого ребенка, можно так сказать. Но сейчас они уже не дети, им предстоит, наверное, принять одно из самых важных в жизни решений – выбрать свой дальнейший путь, выбрать профессию. Я желаю, конечно же, сделать правильный выбор, чтобы их профессия приносила удовлетворение, удачу им, она в этом случае она принесет достаток в семье, счастье в семье и благополучие нашей малой родине Кубани. Последнее фото в полном составе, а дальше каждого ждет своя дорога. Но перед тем, как на нее ступить, ребят ждет серьезное испытание – государственные экзамены и поступление в высшие учебные заведения. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.